вас есть уникальная возможность наблюдать за редким видом оленя центрально-киевского. Он обладает мягким, податливым характером и слегка наивен, отчего часто страдает. А, вот же он! Привет! В скором времени на моем канале появится видео о моем опыте лечения рассеянного склероза в клинике эстетической и биологической медицины ГИНУС в Киеве. Клиника эстетической и биологической медицины рассеянный склероз. Я думаю, будет интересно. И я хочу вам сказать, что не забывайте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Это очень воодушевляет, записывать новые материалы. Спасибо.